хороший. Василий Уткин с острова Мальта. Но он хороший. Рюмка хорошего аперитива. А чем все закончится, никто не знает. Страха у меня нет никогда. Я спешу. Приступим, молясь. Ну что, господа, вы удивлены? Я тоже, в общем, удивлен. Такой щелчок пальцами, как перед началом сезона. Кем больше желающих сфотографироваться, с газаем или с обезьянкой? Вы знаете, с обезьянкой больше, честно сказать. Да. Привет от НВП. Мы пользуемся случаем, я хочу передать моей супруге и дочке привет. Не работает, спасибо, друзья. Для вас работал Василий Уткин. Играйте в футбол. Здравствуйте, вы не на канале «Ностальгия», не на канале «Классика». Меня зовут Тимур Журавель, а в эфире... На самом деле, очень нелегко произнести эту фразу. За 16 лет существования программы многие из нас закончили школу, потом институт, стали взрослыми, самостоятельными людьми, а футбольный клуб был все это время где-то рядом и рассказывал истории, футбольно-житейские. Сейчас программа начинает свою новую жизнь с новыми ведущими. Но мы не хотим терять то главное, что было с нами долгие годы. Любопытство и острый взгляд на действительность. Поэтому поехали. Ну что ж, пожалуй, почти все. Ведущие приходят и уходят, а футбольный клуб остается на своем законном пятничном месте. Отныне программу для вас буду вести я, Тимур Журавель, а также Кирилл Дементьев. Следующий выпуск его. Кстати, Василий Уткин, если разобраться, из футбольного клуба не ушел. На радиостанции «Эхо Москвы» вы сможете слышать его голос в радиоверсии футбольного клуба. Сегодня после 11 вечера. В общем, если надумаете играть в футбол, знайте, мы за.